Аэропорт Махачкалы планирует развивать в Дагестане малую авиацию. Для этого будет приобретен парк вертолетов и обустроены вертолетные площадки в районах республики. Такие полеты уже сегодня очень востребованы. Речь идет об экскурсиях к достопримечательностям, таким как цитадель Нарын-Кала, Самурский лес, заброшенное село Гамсутль, Сулакский каньон, Салтинский водопад, гора Шалбуздак. Причем в таком расширении маршрутов проявили заинтересованность не только туристические компании, но и органы государственной власти республики и Министерства по делам Северного Кавказа России. Развитие этого направления малой авиации предполагает закупки вертолетов и обустройство и содержание вертолетных площадок. Первые три вертолетные площадки откроются в Дербенте на горе Шалбуздак и в селе Салта Гунибского района. Каждая стоимостью более 3 миллионов рублей.